соперников. Показывает всем своим видом то, что не может никак попасть до него. Самат хорошо отстреливается. Действительно может быть самым здесь решающим. Вот эти моменты. Этих танцев безумных, но таких красивых. Из-за этого и было попадание в затылок. Вот, взрывается. Измотан, конечно же, Лендрош. Ну и Самат показывает, что у него Каган. Ух, как хорошо сейчас на отходе пробивает в этом напряженном отрезке. И снова четвертый раунд. Есть нокдаун. И поднимается Лендрош. И все. Вот это да. Все. Вот это да. Друг другу руки бойцы. На это всегда приятно смотреть. Но опять же, смотри, попался-то в атаке. Можно и так сказать. Да, пошел вперед и вот на этом моменте провалил его Самат. И встретил точно в челюсть. Как раз таки вот на смещении, на футворке, о чем мы и говорили, меняет углы Самат шикарно. Работает нога. Самат! Киркис! Ну, не громко. Поздравляем Самата Абдрахмановича с этой яркой победой. Никогда я много не говорил, Анатолий. Всегда пытался доказывать все своим делом. Меньше слов. Но сегодня, я надеюсь, заслужил говорить. Полтора года назад никто в меня не верил, что какой-то парень, высокий парень, худощавого телосложения может прийти и перебить соперника, который на 10, на 15 килограмм тяжелее его. С самого начала я говорил, что я покажу настоящий киргизский дух. И вот спустя 7 боев я сделал. Ну а на этом все, друзья. А если вы хотите обзор на другие поединки данного турнира, пишите в комментариях.